Всем здорово, ребят. Ну что, поехали посмотрим, кто же все-таки с ребят угадал сборку Фрей и потестируем ее уже на разных локациях. Какая она будет, что будет. Ну, те, кто внимательно следили, это, в принципе, я так читал комменты, правильно поотвечали. Поехали посмотрим стойкость, выживание, хранитель леса. Нет. Красава, тебя приятно смотреть. Спасибо, что с головой напрягло. Релину вам стал. Нормальная такая Фрея. Маскировка, эмблема выживания, созвездие точности или атака. Нет. Так, маскировка, эмблема священный огонь. Нет. Это стал. Концепт шатает. Неубиваемая маскировка. Плюс 10-й психощит. Нет. Попахнем на маскировку. Одна маскировка, священный огонь. Нет. Обучение. Талант СО. Нет. Маскировка. Эмблема созвездия на жизнь. Тоже нет. Стойкость, маска, обряд. Вот правильный ответ. Только опять же стойкость, маска, обряд, созвездие не указал. Маска, обряд, лечение, жизнь. Уже. Стойкость. Неправильно. Священный огонь. СО. Ну, СО нет. Огненная защита нет. Так, стойкость. Эмблема маски, обряд лечения, созвездия жизни. Вот я Рислав правильно написал. Про маскировку сам ты спалился. Но там было видно на видео, что маскировка. Маскировка получится землеройкой. Ну, судя по всему, да. Скорее бы уже сборку видеть вверх. Или сколько фрейки ставьте, да. Маска, чара, хранитель леса. Нет, СПП, стойкость, утекание, созвездие. ХП. Нет, стойкость, маска, обряд. Опа, вот тоже правильно ответил. Пенек, маскировка, имба, стойкость, маскировка, созвездие ХП, обряд лечения, да. ХП, рассвященный суд, нет. Хранитель леса, невидимка, пенек, чары и точность, нет. Маска утекаха, нет. Маска, чары, столбик, созвездие на ХП, да. 10-10 маскировка, 10-10 созвездие на жизнь, пенек. Да, именно так. Так. Маска, психощит. Огонь, маскировка. 10-10 огонь жизни. Но нет, так на жизни она ж пропадала. Было же видно стойкость, маскировка. Созвездие ХП. Ну, как видите, человек, 10 ребят ответили правильно. Стойкость для отвлечения жизни. Перекачать ее для волны. Так. Думаю, тут стойкость, талант, маска, обряд, созвездие на ХП. Именно так. Сборку вальса за пенек. Ну, СЗ по ней меньше будет урона проходить. Это тоже как вариант. Леса, хранитель леса, нет. Так, ПД, маскировка. Это первая стойкость, обряд лечения, созвездие собрано на жизнь, маскировка. Вот Александр Давыдовский тоже правильно, маскировки нет, я смотрел, она невеликой не было. Маскировка пошла. Ну, видите. Итак, окей. Поехали. Заберу дисплей, поехали, я вам покажу все-таки свою фрейю, заодно посмотрим, где же она и как она будет себя показывать. В общем, у нас была вот такая вот фрейя. Вот она. Такая вот фрейя. Это уже дальше я смотрел. Маскировка вот у нас. Она Винвиз уходила, ребят. Винвиз она как раз таки уходила, но не всегда.
Почему? Сейчас мы попробуем этот же момент словить. У нас было, вот я использовал именно такую, я специально перекачал. По снаряге обряд лечения 7-7 и созвездие все на хп. Соответственно, поехали, давайте посмотрим изначально вариант. Ну, я не буду ставить питомца. Такой вот вариант, как на битву гильдий, вы видели, у нас блокировал Фоба. И она не уходила в инвиз. То есть там на первых видосах я бегал, пробовал, менял. Ну, то есть было видно, что она уходит в инвиз. Просто не все, наверное, это заметили. Инвиз, то есть точнее маскировка блокируется. То есть не всегда она заходит. Вот смотрите внимательно сейчас. Если Фоба будет попадать, она ничего не сделает. Вот она ушла сейчас в инвиз. У нас тут Фоба. У нас, в принципе, снимает смотр. Молчанку. Смотрю, что-то я не могу понять. Смотр вроде ж молчание не снимает. Уже, я уже поздно, вечер, уже туплю. В общем, такой вот вариант. Фрей, как видите, она себе хилит по 500к. Маловато, конечно, то есть это не максимум. Но у нее 5 миллионов жизней. То есть этого вполне хватает для того, чтобы там, развалить базу. Сейчас единственное, я уже туплю по смотрам. Уже давно их не читал. Приезд. Так, понятно. Смолчанку. Да, тут точность повышает, восстанавливает. Что я не могу вкурить. Потом Фоба нормально не срабатывает. Ладно, сейчас поищем расстановочку. Был Фрэнк, был вот так вот Фоба, землеройка, вот отлично. Так, смотрим внимательно, проходит стан, как видите. Ну, все как всегда, недомогание. Мне интересен один момент. Накинули, и все-таки нормально, это просто видно не было. Посмотрим, что у нас получится, уйдет она в инвиз или нет. То есть, как видите, она в инвиз, ребят, не уходит. Вам не видно ее хп, конечно. Перекину себя сюда. Как видите, вот единственный вот момент, когда она ушла в инвиз, это уже очень мало жизни у нее было. Сейчас мы еще раз это посмотрим. Фоба уже отошел. То есть, как видите, Фоба плюс здесь нету Фрэнка. Был бы Фрэнк, было бы повеселее. Они бы больше дамажили, он бы тоже в кому вводил. И, соответственно, скорее всего, она бы ничего вообще не сделала. Мы на такую расту попадали на битву гильдии. Вот, видите, у нее уже хп практически меньше трети. Единственный вариант, когда только Фоба отошел, только тогда уже непосредственно она смогла ударить. Сейчас мы глянем, у нас еще атакующие поражей. А у нас убили землеройку уже. Видите, смотр все-таки ушатал землеройку, и соответственно, думаю, что не добивают до конца. Все равно дамажит, смотрите, 700-800 вылетает. Так, давайте еще попробуем. Так, землеройка, стрелок. Кто внимательно смотрел, как я прохожу
АК-волну пробую, точнее, пройти, и видели, что землеройка Фрайю контрит очень круто. Если он с ладушкой все время, вообще без проблем. Вот тот же самый момент. Вот ваша маскировка, которая, по сути, контрится. Вот посмотрите, сколько у нее жизни. Она ничего сделать не может. То есть маска, по сути, не работает. Все. То есть вот так вот. В данном случае, конечно же, лучше поставить хранитель леса. Попробовать как вариант. Но не будет столько жизни. Но хранитель леса отхилит и снимет негативные эффекты. Так, окей, а теперь делаем сборочку, то, что я хотел потестировать, максимальную сборку на ХП сделать, это вот так, пенек, созвездие на жизнь, ставим сюда съедушку, мне интересно посмотреть, сколько у нее жизни. Видите, многие, кстати, не увидели этот момент на видео, но вот таким вот образом, по сути, маскировка не сработала. То есть не всегда смазка вас будет спасать. Многие просто качают талантом и не понимают, что в итоге это можно заблочить. То есть землеройка, флоба. Плюс другие герои, которые не дают ей ударить, плюс стан тот же самый, и ваша маска на битве гильдии в топах работать просто не будет. Единственный вариант, который есть для такой Фреи, это попробовать хранитель леса, то есть плюс сделать маскировка выживания, вариант, но у нее жизни будет очень мало. Ну, как вариант. О, видите, сказал правду. Ой. Ну, как обычно, пишите в комменты, будь здоров. Итак, смотрим, что у нас получается. Тут у нас вообще нас слить, наверное, скорее всего, не смогут. И мы не видим, сколько у нее максимум жизни. Так, надо найти такую расту, там, где будут опять же все ладушки. А идем в топ поищем. В принципе, в топах. Что хоть кто-то быть. Да ладно, что никого. Так, отлично, Фоба. То, что там надо. Тут у нас маски нету. Но зато у нас здесь жизни, ребята, столько. Что просто пипец. Кстати, у нас сейчас нету смотра, что очень хорошо. Вот смотрите, что с ней делают. Ну, конечно, она проседает очень долго в такой вот вариации, в такой сборке. При том, что у нас бьет стрелок. У нас единственное зефир не бьет Фоба. Ворожей и Фрэнк. У зефира не хватает. Но все равно минуту выстояла, считайте. В принципе, база разбивается за... Ну, в среднем, если взять, это 2-2,5 минуты. Плюс-минус базу она может разобрать даже... Даже в таком варианте, этот вариант даже получше, чем маска. Минута, ну, минута 10. Так, блин, называется, сказал, а эту не поставил. Ну, пас. Поставил не того. Сейчас кого-то мы уберем. Мы берем вместо Франка, поставим себе. Называется так, мы пошли тестировать малку по жизни. Ну, кстати, на него сейчас опять нападем. Ну,
и заодно посмотрим, может, успеем еще посмотрим, что лучше, все-таки маска или же огонь жизни. Огонь жизни, дар жизни. Огонь жизни, в принципе, там срабатывание крита, когда мало жизни у нее. А дар все-таки, наверное, будет получше эмблемой. Почему? Потому что он будет снимать бафа. Так, я надеюсь, мы там хоть что-то увидим. Как видите, в таком варианте очень даже ничего. А единственное, что Зефир нас не бьет. С Зефиром это было бы, конечно, наверное, секунд 40. Но все равно неплохо. Почти минута 20. Почти, ребят, минута 20. На секундочку, это дофигища. 8,5 миллионов жизни. Ну, неплохо так. Было бы десятка, минута 30 свободно. Так, 8,5 лямов. В принципе, практически 3 минуты она должна выстоять. Теперь попробуем другой вариант. Я сейчас быстренько попробую, чтобы пока на него не напали. Поставлю маску. Посмотрим, насколько нам хватит маски в данном случае. Нам повезло. Может, он уйдет в инвиз, повезет. То есть в данном случае пол ляма, там 800к отхил, в данном случае пол ляма, но она может уйти в инвиз, там она в инвиз уже не уйдет. Смотрим, насколько тут нам времени хватит. И сейчас на эту же сборку поставим цепа. Минус 3 ляма, по сути, где-то около минуты, не более. Но винвиз, как видите, она не ушла. То есть маска, по сути, вас не спасет. Единственный вариант, что кто-то будет снимать дебафы, вот эти все молчания. То есть только такой вариант, ребят. Как видите, 20 секунд разница. Теперь пробуем в этом же варианте. Ставим просто цепа, посмотрим, что он сможет сделать за это время на этой базе. А с кроликом Фрей ничего не сделает, потому что для кролика нужен удар. Как видите, тут без вариантов. В принципе, думаю, 50% она вынесет. Потом попробовать сделать рез сенной. Но опять же, это рискованно. Да, 50% выносит. Что такая, что та, в принципе, вынесли на 50, даже больше вынесет. Там бы та вынесла процентов 70 базы. Как минимум 70-80. Ну, как видите, маскировка ничего нам толком не дала. Печально. Печально, конечно, но ничего не сделаешь. То есть для такого варианта, такой вариант использования, если брать уже, то лучше делать вот так вот. Ставить либо там хранитель. Ставить сюда хранитель леса, чтобы снимал дебаф, либо Рудольфа. И такой вариант у нас зайдет на... Где-то моя пенка. Такой вариантик у нас зайдет.
Блин, на ЗБшку. Кстати, фуба есть. Попробуем сюда поставить. Ну, конечно, хотелось бы Зефира найти. На атаке фортов вот такие вот варианты, только с хранителем. А, отлично, смотрите, вот Зефир, все дела. 30-й, Космо, ну мы их даже ушатали. Как-то странно, конечно. Но здесь у них без вариантов, то есть они даже, что-то как-то странно, они даже ее вообще не пробивают, не убивают, что ли, стойкостью. Она на одну полоску только просела. Жалко, вот здесь не видно хп полностью. Но, как видите, ее слить, даже в таком варианте, с этим спинком, ну, реально будет сложно. А у нас в данном случае тут будет... Блин, мы, кстати, того уже прошли, надо было не проходить. А попробовать вариант. Вейду, в принципе, тут бессмысленно сейчас тестировать что-то. Противники. Сейчас попробуем нападем в рейд. Вот тут выносит. Попробуем найдем опять в топе хороший деф и именно такую сборку, посмотреть, как она будет работать на против топов, ну как атака фортов и остальное. Потому что многие собирают с уклонами. Ну, уклон тоже как вариант, можно и вальс поставить. К сожалению, блин, не подумал я немножко. Так, смотрим. Фоба, землеройка. Отлично, отлично. То, что нам практически ни зефира нету. Немножко не то. Зефир, землеройка. Этого душек. Без воодушевления. Да, мне так нужно. Ладно, давайте попробуем даже тут напасть. Тут воодушек нет. Ну вот, видите, молчанка как снимается быстро Рудольфиком. Вроде накидали молчанку, она сняла. Он, ну, точнее, он. Он, она. Разница все равно уволит. То есть такой вот вариант для PvP локации вполне даже очень ничего, когда у вас будет Рудольф. Но на битву гильдии вы ставите туда питомца, соответственно, я вам уже показал явный пример, что маска на фрейме не всегда будет вас спасать. В данном случае неплохо. Но правда у нас тут дамага маловато, хотелось бы побольше дамага. Ну хотя бы даже так видно, вот она проседает до одной. И сразу же только Рудольфик снимает, она себе делает отхил в районе 500к. А урон по ней, ребята, по 17 тысяч входящий. Я хочу найти сейчас, попробовать расту с ладушками с зефиром. Очень интересно посмотреть. Сделать уже такой заключительный тест. Чтобы уже 100% знать. Ну и вы знали, какая же все-таки... Ну, вы, в принципе, знаете, что со стойкостью она классная, но она не дамажит. То есть тоже минус. И дамага там не особо. О, ничего себе. Огонь. Фрэнк, Зефир, землеройка, Некрос, Фоба, кто там еще, Ворожей. Именно то, что нам надо. Вот, я думаю, вы сами уже видите результат. От Рудольфа, то есть и от маскировки. Мы до маскировки даже не доходим, по сути. То есть у нас тут Рудольф нам отхил обеспечивает. Но сейчас мы дальше зайдем.
пусть дальше дамажит. Видите, она с Рудольфом даже немножко продвигается дальше. Так, ну давайте, давайте, тащите. На PvP локациях такую хрень сольешь, согласен. И бы там не были, единственный вариант это Мэри. То есть надо Мэри пачки, чтобы ее слить, попасть нормально под конец. Вариант. Тут даже до маски не доходит. Тут хватает, сейчас от хила мы уперлись в землеройку, и нам от хилов, от пенька хватает с головой. Поэтому маска даже здесь бессмысленна, как по мне, лучше поставить все-таки тот вариант. Ну, хрен его знает. Если будет как предыдущая база, то есть могут заблочить. Но опять же, никто там Фобу и остальных там особо не собирает, так и не берет. Атаку фартов не улетает очень быстро, хотя смотря какой Фоба. Были варианты. Ну, в общем, будем тестировать. Так, Зефир, Фоба, Дендеройка, вообще отлично. Смотрите, какая раста, поехали. Смотри. Плюс стрелок. Но учитывайте, у нас здесь стоит Рудольф. То есть для битвы гильдии вы Рудольфа сюда не поставите, потому что это бессмысленно. На PvP локации, да. А на БГ Рудольфа не будет, соответственно, обряд лечения можно заменить хранителем леса. Тогда вариант будет довольно-таки неплох, но опять же, вопрос от хила. Хранитель леса, в принципе, 30% будет восстанавливать. Ну, это не так уж и много. В общем, пишите комменты, или вы хотите увидеть второй вариант сборки Фрей и такой же тест. Ну, как обычно, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Я еще вам подокачивал топового героя. Вот смотрите, вот мы ушли инвиз. Вроде как. Вот, вошли 500, 500, 500, 500, 500, и мы на фул отхилились. На атаке фартов вот эта Фрея будет приносить сюрпризы, думаю, многим. Единственный вариант Мэри, то я не знаю, или Мэри сможет так его пробить. Это просто печаль, ребята. Вот это надо было IGG продумать, эти варианты. Вот у нас бьют топовые герои, молчанки, и они ничего сделать не могут. Но у нас стоит здесь пенек Рудольф, то есть PvP вариант. Да, не было бы у нас сейчас Рудольф, нас бы просто слили. Вот такой вот, ребятушки, тестик, думаю, вам понравился. Пишите, или хотите увидеть следующую сборку с хранителем леса, именно такой Фрей тест, что будет получше, как, и сравнить с этим. Если вам понравилось и надо, я сделаю еще следующий тест. Ну, как видите, Фрея со стойкостью просто неубиваема. Дофига жизни, нормальная эмблема чарка, созвездие. Даже можно не восьмые там, ну понятно, чем меньше вы наролите, меньше у вас будет чара, но вполне хватает, чтобы выстоять 3 минуты. Все, всем удачи, всем пока.